Молдова получит кредит в размере 100 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на продолжение ремонта и строительства дорог. Парламент ратифицировал соответствующее соглашение в двух чтениях. Деньги направят на завершение проекта дороги «Молдова-3», а также ремонт и строительство некоторых национальных дорог. Речь, в частности, идет об отрезке между городами Кантемир и Кахул, а также об объездной дороге вокруг города Чемишле. Всего, по данным Министерства инфраструктуры и регионального развития, в 2023 году на продолжение процесса реабилитации национальных трасс планируется потратить 600 миллионов евро. Работы профинансируют Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк.